Этой весной в Петербурге будет меньше пыли. Комитет по благоустройству продемонстрировал новые уличные пылесосы. Они в 100 раз мощнее бытовых и домашних пылесосов, передвигаются со скоростью 5 км в час и способны работать при температуре до минус 18 градусов. Обычно подобную технику выводили на улицы лишь в апреле, но в этом году хотят начать как можно раньше, еще до того, как растает снег. То есть наша основная задача сейчас минимизировать процесс образования пыли, потому что дорога – это то место, где движутся машины с довольно-таки большой скоростью, и появляются вот эти вот завихрения, которые постепенно наполняется городская среда. Вакуумный пылесос может собирать стеклянные и пластиковые бутылки, банки, пачки от сигарет, бумагу, осколки, металлическую стружку, опилки, листья. Емкость контейнера – 5 кубометров.